Ну что, и опять самомассаж лица. Дело в том, что мне моя мама говорила о том, что Оксана, лицо трогать ни в коем случае нельзя. Быть может, ваши мамы тоже говорили, потому что мне говорила не только мама, даже несколько лет назад мне девушка одна, которая занимается массажем, она мне тоже сказала, лицо трогать нельзя. Но на самом деле я видела результат своего лица, когда я не трогала его руками и не делала массаж. И я вижу результат тогда, когда я стала заниматься самомассажем, фейсбилдингом, некоторыми упражнениями. Поэтому я свое лицо трогаю, и я вижу результат. Мне понравилась очень одна техника, это морщины, которые у нас есть на лбу. Дело в том, что у меня это, ну, не то чтобы проблема, и у меня, наверное, я все время шучу, эти морщины у меня с детства. И эта техника мне понравилась, я действительно увидела результат. Что нужно сделать? Мне сейчас не очень удобно показать, но, может быть, я постараюсь. Вот как будто здесь стол, нужно, чтобы ваши локти уперлись на стол. И вот можно даже 3-4 пальца сделать. Вы просто головой висните на свои руки, полностью головой, всем телом. Для этого нужно, чтобы руки ваши упирались. И проводите прям сильно-сильно вот так вот пальцами вверх к росту волос. Все-все-все. И прям вот эти морщинки, их просто можно прорабатывать вот таким вот образом. То есть вы не только кожу, а вы затрагиваете, у вас очень сильно идет упор, и вы затрагиваете мышцы. И таким образом вы разглаживаете, вы можете прям пальчиками, вот я делаю так, пальчиками прям вот разглаживаю то, что мне не нравится. Вы знаете, результат я увидела, действительно морщины стали менее глубокими, но каждая женщина знает себя, я, конечно, знаю себя. Для каждой женщины это какие-то секреты, когда мы, у нас есть то, что нам не нравится, мы не хотим это афишировать. Я хочу сказать, что я... Все время я хочу делиться этим, я все время стеснялась того, что, допустим, ну, у меня морщины какие-то лишние, да, я работаю в косметической компании, но у меня лишние морщины. А сейчас я поняла, что нужно делиться, что мы все женщины, и у нас есть свои секреты, и у нас, когда мы учимся у людей, когда мы получаем результат, это очень здорово. Поэтому пользуйтесь, быть может, эта практика вам поможет.